Привет, Настя. Давно не виделись. Сергей Дмитриевич, зачем вы нас похитили? Но ведь вы сами сели ко мне в машину. Что вам нужно? Вы мне кое-что задолжали. Что? Нас повязали, когда мы пытались украсть медикамент. Что тут происходит? Я же тебе говорил, что ты не спрячешься. Я всегда тебя смогу найти. Я и не пряталась. Меня кто-то сдал и забрали в детдом. Ну, пусть будет так. Неужели Жека вам ничего не рассказал? Он мне как раз таки все и рассказал, что ты сбежала. Так что вам нужно от меня? Где лекарство? Мы оставили его в больнице. Мне оно нужно. Срочно. Так как я вам помогу? В этой больнице меня уже знают. И вообще мне нельзя попадаться в милиции. Понимаю. А что ты меня со своей подругой не познакомишь? Ну, это Лиза. Можно я обратно вернусь в детдом? О, так будете работать на меня. Я не хочу, у вас слишком рисковое задание. Но вы же понимаете, что это был не вопрос. А вот ключи от дома. Улица Счастливая, дом 6. Там вы будете жить, все уже оплачено. С утра приедете, я вам дам задание. Ладно. Не смейте только бежать. Я еще раз повторяю, а то будет хуже. А насчет полиции не волнуйтесь. У меня появился кореш в органах. Он поможет, если что. Я видела испуганное лицо Лизы. Мне жаль, что я втянула ее во все это. Ничего не поделать. Бежать реально было опасно. Но я никак не могла понять, кто же все-таки меня сдал. Сначала я думала на Жеку, но он не спалил меня боссу, а соврал. Наверное, хотел спасти меня, да не получилось. Этот дом? Вроде бы этот. Сейчас посмотрю, вот здесь адрес. А, Счастливая 6, да, это он. Офигеть, как он большой. Да, я думала, он нам даст какую-нибудь маленькую комнатушку, а тут прям целый дом, офигеть. Слушай, ты прости, конечно, то, что я тебя втянула во все это. Да ладно, я обзвонилась с работы и классным домом всего за один день. Ну да, но ты не понимаешь, что эта работа реально опасная. Я и мой напарник покупали оружие и крали лекарства, так что это реально опасно. Ой, ладно, я что-то устала, я думаю, ты тоже. Давай спать. Да, давай. Слушай, как думаешь, будут нас искать из детдома? Думаю, нет. Дождемся до 18-летия, накопим денег и свалим в другую страну от всех этих ужасных людей. Отличная идея. Настя, проснись! Что? Что такое? Кто-то звонит. Блин, может это босс? А может нас нашли? Спокойствие. Короче, жди здесь. Если что, беги вот через это окно. Так, все. А, хорошо. Я пойду проверю. Кто? Кто там? Здравствуйте, я из компании Oriflame. Что вам нужно? Сейчас проходит акция «Звездный хит». Соберите заказ на 1000 рублей и получите тушь и крем в подарок. Итак, зарегистрируйтесь. Стоп. Мне этого не нужно. До свидания. А? Ну! Блин, чё за хрень? Фух, вроде пронесло. Ага. Так, ладно, давай завтракать, и нужно собираться на работу. Через 2 дня у меня день рождения. А как праздновать будем? Я никогда не праздную. Как это никогда не празднуешь? Да ладно. Да, как говорится, день рождения – грустный праздник. Я решила, что перед работой нужно зайти к Жеке и узнать у него все, что меня интересовало. Кто там? Здравствуйте, а Евгений дома?
Да, а кто его спрашивает? А, подруга. Аня? А, нет, меня Настя зовут. Женя, иди, это к тебе. Иду, мам. Привет. Привет, какими судьбами? Вернулась из детдома? А, нет, может прогуляемся? Ну, я вообще-то сам сейчас ухожу. Тогда пошли. Мам, я пошел. Ты шапку одел? Мам, ну какая шапка? Пошли быстрей. Ну, рассказывай. Давай сначала ты мне ответь на вопрос. Это же не ты меня сдал? В детдом? Нет, конечно. А Аня не могла? Нет, зачем ей это? Ясно, значит, полицейский. Кстати, это Лиза, она со мной теперь будет. Привет, я Жека. Приятно познакомиться. Ты работаешь еще у Сергея Дмитриевича? Да, мне осталось еще немного отработать долг. О, хорошо. Короче, мы вчера сбежали из детдома, и, в общем-то, нас схватил босс. Блин, я думал, он тебя не найдет. Я специально ему сказал, что ты сбежала. Я все равно сбегу от него. Только нужно дождаться 18 лет. Почему опаздываем? Извините. Ваше задание на сегодня достаточно сложное, но это потом. А, когда-то у нас простые были. Телефон купить. Ну да. Сейчас вы будете до вечера работать на компьютерах, печатайте на сайт информацию из документов. А как закончите, перейдем к основному заданию. Все сделали. Слушайте внимательно, вам нужно будет прикинуться школьниками и попасть в 127-ю школу. Там работает химик, его имя Андрей Викторович. Так вот, вы должны будете достать из его кабинета рецепт одного зелья. Зелье? Что за зелье? Неважно. Заберите его и бегом ко мне. Время у вас до 10 утра. Как же мы его заберем? Но это уже ваши проблемы. Идите. Пошли. Жек, слушай, так ты же в этой школе учился, да? Да. А у вас там была форма? В начальных классах только, да. Ну тогда спокойно. Ты знаешь этого химика? Не, у нас был другой. Этот новый, походу. Что-то мне страхово. А вдруг нас спалят? А все будет хорошо. Здравствуйте. Не подскажете, в каком классе преподает Андрей Викторович? Здравствуйте. А вы по какому вопросу? Нам нужно забрать у него книгу одну. Он на втором этаже в кабинете химии. А, спасибо. Пошли. Угу. А что дальше? А, короче, нужно дождаться, пока тот выйдет из кабинета. Да, но вдруг он уже ушел. Думаю, нужно проверить. Да, давайте, нужно найти кабинет. Ищите. Так, да. Это музыка. Давайте я зайду и спрошу что-то. Только что? Может спросить, в каком кабинете находится другой препод? А, Жека, ты каких-то преподов помнишь? Имена? Физрука помню. Ну, блин, понятно, где он обитает. Еще кого-нибудь помнишь? Математичка, ее вроде Татьяна Викторовна. О, окей. Вот, спроси про нее. Да, ладно, все. Так, отойдите тогда куда-нибудь, отойдите пока что. Да, вот так вот. Тук-тук-тук. Войдите. Здравствуйте. Не подскажете, где Татьяна Викторовна, в каком кабинете? Здравствуйте. Она на первом этаже в пятом кабинете. Спасибо. Он там один. Хорошо, ждем, пока он начнет уходить. Да, хорошо. Так он закроет кабинет. Может, позвать его куда-то? Куда? А попросить помочь? Можно, только вот с чем помочь? Короче, Жека, зайди и скажи, что его позвали в кабинет директора. Можно. Угу. Опасно. Да не ссы, все будет хорошо, он уйдет, и мы закроем дверь. Ладно. Иди сюда, Лиза. Здравствуйте, вас в кабинет директора зовут на совещание. Извините, а вы кто? Я работаю тут уборщиком.
А, ну хорошо, сейчас пойду. Капец, он дверь закрыл. Блин, что делать? Капец. Будем, короче, ждать другого момента. Он сейчас вернется и скажет мне, зачем я его позвал туда, если его не звали. Ну да, надо тебе уйти куда-то. Пойду в туалет, созвонимся. Угу. Он возвращается. Смотри, он уходит к тебе опять. Жека, надо быстрее Жеке позвонить. Жека, выходи. О, короче, это наш шанс. Пойдемте быстрее. Пойдемте быстрее искать. Ищите рецепты любые. В шкафчиках смотрите. Он так. Ушел, да? Да. Так, дверь надо закрыть. Короче, у меня тут контрольные. У вас что, есть что? Вижу. Да, вижу. Нашла? Есть. Да. Тихо. Он закрыл дверь. Что же нам делать? Блин, только не это. В детский дом. Сиди дом. Не хочу, не дом. Пожалуйста, не надо. Все, я поехала. Ты что зарылся? У меня нет бензина. Привет. Привет. Я Вика, а тебя как зовут? Нет, ты Лиза. Хорошо. Бан! Тоже всех просто раскидала. Воспитательница херова. Я чёрт на кухню, все. Три. Смотри, это такси, давай попросим донести. Не, куда мы еще выходим? Ну, выходить. Так, охранник 24/7 охраняет территорию. Я экстрасенс вижу сквозь стену. Так, все, тихо, так выходит. Но вы же понимаете, что это был не вопрос. Вот ключи от дома. Улица. Улица. Улица Счастливая, дом 6. Сейчас проходит акция «Звездный хит». Соберите заказ на 1000 рублей и получите... Чё ржёшь-то? Нормально же начала. А ты как же зарегистрируешься здесь человек? Ну ладно, давай с этого сначала. Знаешь что, сейчас проходит эта вот акция. Не, ну чё, давай. Раз, два, три. Сейчас проходит акция «Звездный хит». Да ты чё? Не включать, понимаете? Знаешь, как сложно быть наркоманом? Знаю. Здравствуйте, а Евгений дома? Алло? Она сказала, кто там. Она сказала, кто там. Бам! Минус дверь. Там надо было... Да, кто его спрашивает, ответить. Иду, мам. Привет. Привет. Какими судьбами? Судьбами. Какими судьбами? Какими судьбами? Давайте учить русский. И ты должен, типа, привет, мы с тобой месяц не виделись. Так ура, Настян, Рома, братан, понял? Ты старшая, да? Давай, учи нас русскому, тут половина. Ну, как половина. Я вообще украинец, что тебе надо? Я в Германии. Да не, куда ты закрыл? Вставай обратно. Там работает химик. Его имя Андрей Викторович. Так вот, его имя сейчас, да, я прочитаю хоть что там читать. Там работает химик. Его имя Андрей Викторович. Так вот, вы должны будете достать из его кабинета документацию по одному зелью? Чё? Да, по одному зелью. Лиза, сядь сюда. Вот сюда. А то слишком близко, некрасиво. Не сюда, вот сюда. Давай. Стульчик, одиночество. Одиночество, да, сволочь. Давай, раз. Только смотри, чтобы стул перевернут был. Вверх ножками. Да, спасибо.
Тогда 54 года мода. Давайте, раз, два, три. Хорождё. Это как харчо, только хорождё. Давайте, раз, два, три. Хорождё. Ну всё, хорождё. Погнали. Старпёр, иди обратно. Раз, два, три. Ты же не можешь прочитать это слово, да? А я вообще там такая сижу. Гарри, ты вообще в спеке или так? Что ты хочешь? Ну всё, тихо, давай, вставай, всё, погнали, давайте. Ребята, хочу спать. Раз, два, три. Понимаете, ребята? Лиза. Хорошо, давай нехорошо. Скажи, окей, ждем, ждем, пока он начнет уходить. Все, уйди. Раз. Раз. Он сейчас вернется и скажет мне, зачем я его... Классно читаешь. Да. Сложно. Он сейчас вернется и скажет мне, зачем я его позвал туда, если его не... Давай, ну не беги, стой на месте. Абрикот, ты чё, мама? Ну уходи, Жек, уходи. Раз, два, три. Hey!